Alright, here we go. It's Cryostasis, the last level. It's a real simple one. Ничего не поделаешь. Бесполезно. Talk to this dude first. Не суетись. Все равно, рано или поздно, они сожрут и тебя. Читай. Read it, bitch. You are hereby relieved of your duty, because you are fucking incompetent. Ты знаешь, я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Вы мне уже вот где. Оба. Ты со своим корытом ржавым. Устал я. Пойми ты, не мальчик уже. Наигрался. Ничем этот раз не помогу. I can't help you this time. Now go. Please go. И можешь не метаться. And don't dance around. Ты всех достал уже! Никто тебя здесь больше не поддержит! Ну вот. Fucking good riddance. Сколько же можно? Jackass. And then we come to this guy. And this part right here is very simple. You have to get up, start reading a telegram, and then go pick up the model ship. I don't know why. Captain's kind of an emotional little 12-year-old who likes model toys. You can't get along without him. Oh, look at him. He's so sad looking. Читай. Ты знаешь, а я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Мастерил потихоньку. Держи, штаб передадим. Вот он СГ демонтирует. Oh God! Oh God! F is for friends that do stuff together. Держи руку! Хватайся! Хватайся за руку! Хватайся за руку, кому говорю! Ну! Фу! Фу! Капитан атомного ледокола «Северный ветер» с прибытием. Вам повезло. Здесь очень тонкий лед. Можно запросто погибнуть. Ну что? Не будем терять времени. Пройдемте на корабль. У нас впереди трудный путь. А ваших замечательных псов мы отправим обратно. В отличие от нас, они всегда найдут дорогу домой. Subtitles, please. See, that's how it should have been. Fucking backstabbers and shit. «Идем!» — крикнул Данго и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные, когда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало.
Ocean's 5. Well, that's it. Corral Stasis is done now. It's an alright game. Not optimized well. Seems like to be the nature of PC games nowadays. They don't run well, they're just thrown out there in a hurry. Well, hopefully the American release will be a lot better. I haven't downloaded it, so that's all right. Like, I get the Russian one. Starting all over again. Hope you enjoyed the videos. I know I didn't comment too much like I probably should have, but that's right. So long. Старенькую нам ее пели у колыбели.